В районе личное подсобное хозяйство ведут порядка 10 тысяч семей и во многих случаях является основным источником дохода. В хозяйствах занято более 3 тысяч человек. Кашхабский район является ведущим в производстве животноводческой продукции в Республике Адыгея. Во всех хозяйствах района содержится 9291 голова КРС. В 2015 году получено грантом 10 миллионов на 10 миллионов. Из них вот на животноводство вот 3 человека у нас по грантам прошло. На сегодняшний день с 2012 по 2015 год включительно в районе получено более 70 миллионов рублей на вот, на животноводство и растеневодство в целом. Пожелаем, значит, удачи нашим животноводам. Фермерское дело не относится к категории предприятий легкой добычи денег. Но, тем не менее, отрадно отметить, что с каждым годом ряды фермеров в Кашхабском районе активно пополняются. Тем более, что сейчас действуют программы для организации семейных животноводческих хозяйств, а также помощь тем, кто делает первые шаги. Александр Иванович Дудченко, житель хутора Кармалино-Гидроицкий, начал заниматься животноводством с января текущего года. Фермер получил грант и приобрел 30 голов КРС. Подали заявку на грант, выиграл грант 1 200 000 и добавил своих 800 тысяч. Нашел поголовье скота, заключил договор, прошли карантин и в конце января привез. На сегодняшний день вся семья Александра и его брата задействована в этом нелегком деле. О том, сколько надаивается ежедневно на мини-ферме молока и куда оно реализуется, нам рассказал хозяин. 30 голов. 15 штук на данный момент отелилось. До конца мая должны все потелиться. Ну, на данный момент за сутки надаем 218, где-то в пределах 160 литров сдаем на Мостовской молзавод. У Александра на будущее большие планы. Остается пожелать ему только удачи.